Всем привет, давайте посмотрим такую тему. Как дела идут у вашего недоброжелателя, врага? Расклад на один вариант. Давайте посмотрим, как дела. Так ли все замечательно, да, как он хочет показать, либо, может быть, он что-то скрывает, но мы посмотрим, как идут дела на сегодняшний день. Я хочу сказать, что карты сразу вот это выпадает, на него карта отшельник, карта одиночества. На сегодняшний день ваш недоброжелатель, он чувствует себя никому не нужным, в паузе, в какой-то ситуации подвешенной, непонятной. И по поводу этого с кем-то советуются. Идут какие-то разговоры, обсуждения о том, что же ему делать. Потому что здесь что-то у этого вашего врага закончено, поставлена точка. Он не может пока эту ситуацию пережить, переждать. Ситуация какая-то важная происходит в жизни вашего недоброжелателя, но с этой ситуацией он не владеет. Как будто бы обстоятельства выше этого вашего врага, и он вынужден подчиняться. Здесь с партнером, если есть партнер, идет противостояние. Люди выясняют отношения, либо ссорятся. Но не вижу я конфликтов мощных. Я вижу, что они не могут договориться. Ваш враг нуждается в верности, чтобы была верность, доверие друг другу. И здесь есть момент какой-то ревности. Ситуация, так скажем, сложная с деньгами тоже. Куда-то деньги вынужден отдавать, либо тратить. То есть траты превышают доход. Но ничего с этим сделать не может. На работе какие-то решения есть, та деятельность, которой он занимается, решения есть, но думает о том, либо поменять работу, сменить, мало денег, либо карьерный рост. Но пока не может это решение принять, потому что, опять повторюсь, он у нас идет сейчас в состоянии подвешенном. Он не в состоянии принимать сейчас конкретные четкие решения. Денег мало, работа не устраивает, думаем поменять, либо что-то предпринять уже, что-то придумать. Карьерный рост как вариант. Общается с человеком, которому доверяет. В дом вхож какой-то мужчина, либо это родственник, либо друг. В дом вхож человек, с которым достаточно ровное отношение и достаточно спокойно все дома. Но опять же, везде идет о том, что разговоры вашего врага о том, чтобы что-то поменять, изменить. Ему очень хочется движения, но он сидит как в ловушке и не понимает, как из этого состояния выйти. Он где-то пропустил. Ему женщина говорила раньше, как поступить. Надо было женщину слушать, либо мама, либо сестра, либо тетя, бабушка. Прослушал. Сейчас вспоминает добрым словом эту женщину. Ну и считает, что какого-то мужчину одолел, победил, и этим очень гордится. Некоторым друзьям не всю правду рассказывают, некоторые друзья не все знают. И я хочу сказать, что ваш враг от каких-то проблем убегает. В общем, здесь у него состояние одиночества, паузы. Ситуация подвешена во всех фронтах. Не знает, что делать, вынужден этим обстоятельствам подчиняться, надеется, что ситуация изменится, но пока все на стадии мышления, размышления, переговоров, договоров, поэтому дела так себе, скажу я вам честно, глядя на карты, и эта пауза может продлиться достаточно долго, пока ничего такого криминального, яркого в жизни человека не происходит. Вот такой у нас сегодня был расклад.